Крымском федеральном университете имени Владимира Ивановича Вернадского состоялась третья международная конференция «Современный гостинично-ресторанный бизнес, экономика и менеджмент». В рамках конференции было подписано соглашение о создании базовой кафедры КФУ на базе акционерного общества по туризму и экскурсиям «Крымтур». Нужно переходить на более системную и правильную позицию. Нужно готовить кадры не так, что вырывая их откуда-то из какого-то процесса, а так, чтобы уже студент, вот задача, знал, ну, по сути дела, с первого курса, что его ждет, какая у него будет судьба, какая у него, где он будет работать. Кто его будет уже потенциальный работодатель, какие можно будет научные изыскания проводить совместно при условии открытия базовой кафедры. Гостинично-туристическая сфера – весьма перспективный рынок труда, который требует влияния молодых и обученных людей. Поэтому кадровая сфера и подготовительная база турбизнеса требуют усовершенствования. Когда я услышал, что есть такие возможности воссоединения нас, работающих непосредственно в производстве людей, специалистов, студенческой молодежи, ну, это вот то, о чем надо только мечтать. Вот сегодня, если этот проект, благодаря ваших преподавателей, которые явились инициаторами этого проекта, заработает полную силу, и когда вы будете уверены в том, что вы все нужны после окончания вуза, и будете уже понимать с третьего курса, куда вы пойдете работать, ну, это вот самая главная цель нас сегодня вот здесь с Сергеем Егоровичем, подписывая меморандум взаимоотношений практиков с наукой. Воссоединение вас с наукой, потому что вы сегодня представляете науку, я представляю сегодня практикум. Поэтому здесь мы заинтересованы, чтобы все это срасталось и все было в едином направлении. Создание базовой кафедры позволит не только привлекать студентов и преподавателей вуза для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства, но и поспособствует разработке совместных научных программ и прикладных исследований. Базовая кафедра станет одним из эффективных инструментов интеграции образования и рынка труда. Это серьезный шаг вперед не только для КФУ, но и для всего Крыма.